Дорогой дачник, у нас сегодня 14 декабря 2019 года. Вот. Как видите, снега у нас нет. Я в этот период не езжу на машине. Я вот сына попросил. Вот. Мы сегодня приехали. Я к чему вам хочу сказать, зачем приехали? А можно вот это сам грибы собирать. Сейчас видите, ну уже листвы на девичьем винограде нету, а у нас весь полог леса затянут девичьим виноградом. Вон он даже, видите, на березы на наши. Могучие какие, смотрите. Вообще-то. Во! И по всему полову. А сейчас, пожалуйста, можно взять ведерко, сейчас мы ведерко возьмем, да я пройдусь, вот, и насобираю грибочков для домашнего грибного отвара. У меня здесь есть запас, но это на будущий сезон. А так вот, дома делать и настой можно делать, и отвары. Ну, смотрите, ходи свободно, все видно под ногами. Нет, она можно, конечно, и летом собирать. Но вы понимаете, когда здесь все зеленое такое, у девичьего винограда листья широкие. И получается, что не видно грибов, понимаете. Вот. А сейчас, пожалуйста, ходи, собирай. Ну, я предвижу ваш вопрос. Но они же морозовые. Да ну и что? Ну и что морозы? Какая разница-то? Вот. Сейчас мы наберем с сыном. Ну сколько наберем? У нас сегодня самый морозик. Сейчас минус 5, вроде снег обещают. Мы сейчас с ним по-быстрому наберем и поедем домой. О, видите, весь полог леса. Полог леса видно, пожалуйста, смотрите. Ходи, собирай, не ленись, на свежем воздухе прошелся, ну как говорится, вместо физзарядки. Да красота. И в будущем сезоне я потом для рассады и комнатных цветов я буду делать и настои, и отвары. Ну, скорее всего, отвары, потому что настой я делал в прошлые годы. Они работают изумительно. Ну, вот теперь на будущий год нужно попробовать домашние отвары. В этом сезоне 2019 года я делал отвары на даче и применял на винограде. Результат восхитительный. Вот теперь буду делать отвары дома для рассады комнатных цветов и комнатных овощей, которые у меня растут, ну типа как вместо цветов. Все, на связи был Сергей Дьяков. Напомню, сегодня 14 декабря 2019 года. Все, пока-пока.